Здравствуйте, мои дорогие ребята! У нас сегодня с вами прекраснейшая тема в продолжении нашей мощнейшей серии ответов на ваши золотые вопросы, которые приходят здесь в YouTube. Вон там внизу в комментариях, пожалуйста, нажимайте вместе с лайком и подпиской, если у меня гость канала. Ну и, конечно же, из моего Инстаграма приходят вопросы, на которые вы также можете найти ссылку внизу в описании видео. Ребята, сегодня тема прекраснейшая абсолютно. Как правильно начать первое в жизни голодание на сутки? Ириночка пишет. Ириночка, сейчас мы с вами не просто сделаем разбор этого вопроса, а я дам вам 5 шикарных пунктов, которые вы обязательно должны учесть, чтобы ваше голодание прошло просто на ура. Поехали! И наш первый абсолютно важнейший пункт. И, ребята, я хочу, чтобы вы понимали, что все эти критерии не приходят из области первый самый важный, а пятый самый неважный. Все они важны, и все их следует обязательно учитывать для того, чтобы ваши 48 дались вам легко и принесли вам максимальное количество пользы, а не оказались инструментом для, так сказать, демотивации, срыва и падением лицом в медовик. И теперь первый пункт, ребята, несколько дней старайтесь на минимуме углеводов проходить. Зачем мы это делаем с вами? Мы это с вами делаем для того, чтобы организм прошел отучение, так сказать, работы на углеводах. Что такое работа на углеводах? Это прекрасная абсолютно метафора, когда вы топите печь бумагой и стараетесь согреться. То есть вам нужно постоянно подбрасывать вашу бумагу для того, чтобы печь постоянно была теплой, а если же вы будете топить дровами или углем, она будет теплой всю ночь, потому что одна загрузка дров, ребят, горит, вы знаете сколько, долго. Точно так же едите углеводы, они сгорают быстро, нужно кушать достаточно быстро. Едите жиры с небольшим количеством белков и минимум углей, тогда вы будете сыты долго, и организм будет прекрасно конвертировать ваш жир в энергию. Так вот, первый пункт – это несколько дней с минимумом углеводов для того, чтобы не чувствовать голод быстро. Берем, к примеру, мы с вами покушали, например, в воскресенье в 8 вечера, и мы хотим с вами сделать понедельник 48 часами голодания. Что это означает? Мы с вами должны понимать, как правильно отсчитывать наши часы голода. 48, в моем понимании этого дела, будут считаться следующим образом. Это не пункт, это для вас такой общий лайфхак. Вы поели в воскресенье в 8 вечера, затем весь понедельник вы не кушаете и будете кушать аж во вторник, минимум после 12 часов дня, в идеале после 2. Открываться сейчас расскажу чем. Пункт номер 2, ребята, внимательно. Много пить и не забывать о травах и кофе. Наш с вами воображаемый понедельник, который мы превращаем в 48 часов голодания, начался, соответственно, с полуночи после воскресенья. Что мы с вами можем пить? Это классический набор напитков, которые не содержат калорий. Ну, или содержат их одну или две. Кофе, чай, травы. Я очень рекомендую использовать ромашку. Ребята, ромашка – это очень успокаивающая травушка. Ромашка, она божественно абсолютно влияет на ваш желудочно-кишечный тракт, служит как желчегонное средство, а также способствует укреплению сна. Поэтому те ребята, кто пытаются сделать 48 и, например, не могут уснуть, почему это происходит? Потому что они прям за целый день разогнались, у них очень высокий уровень норадреналина, норепинефрина, и ромашка прям тормозит очень хорошо, очень хорошая и как седативная, и как чай. Поэтому, пожалуйста, во второй половине дня, чтобы вы в середине дня не уснули от нее. Ребята, третий пункт – правильный психологический настрой. Это, я считаю, половина победы. Вы можете даже наесться в воскресенье углеводов, но если вы зайдете в ваш понедельник с правильным видением этого вопроса, о чем я говорю? Самое важное, ребята, не чувствовать себя жертвой. Каждый раз, когда вы думаете, все, я сейчас сделаю свои 48, и потом вы целый день мучаетесь, и когда же это закончится, я же, господи, все коллеги сидят, жрут круассаны с булкой, я какой же я несчастный. Вот это неправильный фундамент, на который, если вы будете накладывать вашу попытку сделать 48, также окажется фиаско, потому что вы чувствуете жертвой себя. Вы лишаетесь, самое правильное, ребята, это как себя спозиционировать. А позиционируете вы себя не как человека, который лишается, а как человека, который приобретает. Вы приобретаете здоровье, долголетие, вы включаете все принципы аутофагии, очищаетесь на клеточном уровне, получаете максимум очистки вашего организма. Вы на приобретающей стороне, не на проигрывающей стороне, которая лишается чего-то. Булки и круассаны подождут, они никуда не денутся. Но вы
получите максимум пользы. Это очень важно, чтобы вы это понимали. Это был наш третий пункт. Ребята, правильный психологический настрой, пожалуйста. Я очень советую дыхательные упражнения. Йога – это вообще отдельная тема, и духовное развитие, мы о нем будем еще больше говорить. Поэтому вдвойне призываю ставить лайк этому видео. Ребята, дорогие мои, приглашаю вас от всего сердца, раскликивайте описание этого видео, и там внизу вы найдете информацию о ближайшей дате старта нашего мощнейшего проекта, который называется ПГ-марафон. 21 день нашей совместной работы, где мы с вами избавляемся от лишних килограмм, укрепляем наше здоровье и становимся увереннее и здоровее, тренируемся и готовим вместе. А самое важное, это наше личное общение. Смело! Уверенно раскликивайте описание этого видео, отправляйте вашу заявку, потому что ближайший старт уже не за горами. Жду вас! Поехали, четвертый пункт, ребята. Правильный счет времени. Я уже вам говорил о том, что в воскресенье вы покушали, понедельник вы весь не едите, теперь вы уже понимаете, как правильно вам не нужно кушать в понедельник. Какие воды вы можете пить, какой чай вы можете пить. Особенно, ребята, прошу обратить внимание на натриевую воду. Люди думают, что можно пить натриевую воду постоянно. Не стоит. Натриевая вода, о ней будем мы еще отдельно говорить, очень полезна для желудочно-кишечного тракта, очень полезна для мочеполовой системы. Старайтесь пить ее до 12. И вечером ваши чай из ромашки, кофе в первой половине дня, чай может быть зеленый, во второй половине дня, смотря как он воздействует, бодрит или же наоборот седирует. Лучше всего вечером травы, кофе, чай в первой половине дня и натриевая вода прям до 12, это прям идеально. Ребят, мы с вами превращаем это в наш четвертый пункт, правильный отчет и правильная стратегия употребления разных напитков в определенное время. Также я хочу к этому четвертому пункту отнести лайфхаки. Ребята, лайфхаки — это секреты и тайны облегчения голода. Если у вас, например, удаленный желчный пузырь, если у вас, например, есть сильно выраженная инсулинорезистентность, вы можете использовать по секрету лайфхаки, которые лучше всего, конечно, избегать полностью, но все же, если на кону стоит успешность вашего голодания, то есть либо вы сейчас бежите в кондитерскую и покупаете десяток эклеров, или вы делаете, например, пуленепробиваемый кофе, ребят. Что это такое? Это кофе, в котором немножечко сливочного масла, до 4 грамм. Или вы, например, выпиваете стакан воды и 4 грамма рыбьего жира. Ребят, один прием микропищи чисто на жирах. 3-4 грамма в идеале, до 5 максимум, не будет провоцировать выброс инсулина и, соответственно, облегчит вам голодание. Особенно, если вы новичок, ребята. Чистые жиры 3-4 грамма. Это прям лайфхак. Таких вы можете сделать в день, ну, максимум 2 раза. Например, в 12 приступ голода вы выпиваете стакан воды и грамма 4 рыбьего жира. Или пуленепробиваемый, или так называемый бронебойный кофе. Облегчит ваш голод прям значительно. Никаких сливок, никакого молока, ребята. Только жиры. Это критически важно. Так, теперь мы с вами приступаем к пятому пункту, и это открытие. Вы героически поужинали в воскресенье, прошли весь понедельник, пили воды, чай, травы, может быть, использовали лайфхаки, а теперь настало время правильно открыться. И это вы делаете официально, зеленый свет, в вторник после 12. Что такое вторник после 12? Ребят, почему я 48 не считаю прямо от заката до рассвета, прям вот начали в воскресенье 8 и должны обязательно закончить во вторник 8 вечера? Целый день нас голодание хоть и может интересовать, если вы хотите, вы можете сделать во вторник 8, но самое важное, в 48 часах это не дневной промежуток во вторник, а это как раз промежуток с понедельника на вторник ночной, потому что именно в этот промежуток, ребята, происходят все чудеса аутофагии, очистки организма на клеточном уровне, все чудеса жиросжигания и восстановления вашего гликогена из жира, все процессы, которые вас интересуют, когда вы находитесь в калорийном дефиците, когда вы делаете голодание, проходят именно ночью. И этот кусочек дневной, 3-4 часа, он на самом деле не имеет никакого значения. Поэтому во вторник после 12, ну хотите в 2, в 3, пожалуйста, в 8, но после 12 зеленый свет официально. Мы с вами открываемся 20-30 грамм сыра, не углеводов, не чистого жира. Можно авокадо, можно продукты, которые содержат на 60-70% жиры. Для чего? Для того, чтобы у вас не было слишком высокого скачка инсулина. Ребята, ваши углеводы дадут всплеск инсулина. Чистые белки также дадут всплеск инсулина. Поэтому, заклинаю вас тысячу раз, идеальное открытие – это 15-20 грамм сыра. Дадут вам какой-то калорийный фон,
Основа на жирах, немножечко белка и ноль углей. Это слегка повысит ваш инсулиновый фон, что не приведет к страшному жору. Люди делают глобальную ошибку, когда после длительных промежутков без пищи открываются или же делают первый прием пищи с углеводов. Это дает глобальный всплеск инсулина, ребят, и приходит дядя Жора. Ты начинаешь сносить полностью все, что у тебя есть в холодильнике, и аннулируешь все свои старания и инвестиции в свой организм. Поэтому, пожалуйста, сырочек до 150 калорий за один прием пищи. И через полчаса можно, например, немножечко авокадо. Тоже немного. То есть у вас полчаса на открытие, а затем часа через два после вообще первого приема пищи вы можете делать, например, салат и основной прием пищи. Не морите себя голодом. И на этом наши 5 пунктов, ребята, как правильно сделать свои первые 48 часов голодания, я думаю, мы можем успешно считать закрытыми. Будьте здоровы, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях, ставьте большой палец. Я вас жду, родные мои, конечно же, в моем инстаграме, ссылка на который в описании. И на этом позвольте откланяться. Спасибо!